Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами новым проектом. Называется «Богатей онлайн». Сейчас страничку перезагружу. «Богатей онлайн» стал на предстарт от топ-админа. Минимальный вход сюда от 100 рублей. Преврати 100 рублей миллион. Здесь есть видео, можно нажать и просмотреть видео. Так, вход всего от 100 рублей, полный пассив, вывод инстант. Старт активаций начнется 21 апреля 2020 года в 18:00 по Москве. У нас есть 4 дня, 20 часов, чтобы построить свою команду. Я с удовольствием захожу от этого админа в проекты его и неплохо зарабатываю. Зарегистрировано уже 1000, ну, за 1000 перевалило, 1042. Всего участников 1043 и заказов на активацию 563 человека уже. И здесь последние регистрации топ-лидеров. Ну, тут уже сами посмотрите. Значит, вход от 100 рублей стажер, бизнесмен 500 рублей, менеджер 250 рублей. Если мы нажмем маркетинг, то можно маркетинг-план перейти. Нас перебросит на другую страничку и ознакомиться с маркетингом. Я в предыдущем видео от презентации маркетинг-план рассказывала маркетинг-план. Здесь очень все, друзья, подробно описано и расписано. Три так взаимосвязанных тарифа с суммами входа 100, 250, 500 рублей. Каждый тариф состоит из 4 бинарных 7-местных столов. Все переходы и заполнение столов происходят автоматически. Создаются дополнительные места, клоны, которые можно расставлять вручную. Переливы и клоны, которые помогают зарабатывать пассивным участникам. После закрытия 4-го стола в каждом тарифе реинвест под куратора, а в тарифах 100 и 250 автопереход в более дорогие тарифы. Опускаемся ниже, и здесь все, вот я в предыдущем видео все рассказывала. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, прописываем Pair кошелек. Проект работает с Pair кошельком. Пароль. Я же зайду в аккаунт. И посмотрим кабинет изнутри. И я сразу же пополню баланс. Значит, я заполнила профиль. Ваш куратор. И вот здесь у нас сразу реф-ссылка. Ваша находится вот здесь. Нажимаете копировать. Ваша реферальная ссылочка копируется. Значит, главное, здесь у нас команда. Здесь будут отображаться рефералы. Все рефералы активные, неактивные. Следующая вкладочка «Баланс». Я буду заходить на два тарифа. На 100 рублей и 250 рублей. Итого мне нужно пополнить 350 рублей. Значит, смотрите, внимание, вы не установили финансовый пароль. Далее, чтобы продолжить работу, перейдите в профиль во вкладку «Финансовый пароль» и установите его. Финансовый пароль необходим для безопасности ваших денег. Так, здесь внутренний перевод, пополнение, здесь вывод мы будем выводить. Будем прописывать сумму, вставлять финансовый пароль и нажимать «Вывод». Я же пока пополню, я финансовый пароль пока еще не устанавливала. Так, 350. Нажимаю «Пополнить». Перебрасывает на платежную систему Pair. Рубли. Подтверждаю.
Подтверждаю. Маленькая комиссия. Сейчас должны меня перебросить обратно в кабинет. У меня на балансе 350 рублей. Опускаемся ниже. И вот здесь тоже статистика идет. Вот стажер за 100 рублей. Так, подтверждение на покупку. Да. Успех. Так. Ничего страшного. Так, значит, еще активация недоступна. Активировать. Подтверждение. Так, да. Успех. Ок. Сейчас посмотрим. Так. Ага, купить. И я за 250, у меня еще 100 рублей. Это что-то там глюк какой-то был. Да. И все, друзья. И стажер. У меня вот активировано. Платформа автоматически активируется после старта. И вот мы видим, да? Как бы я себе активировала. Так что не спим. Расстановка мест по дате регистрации. Так, баланс я вам показала. Здесь у нас история операций. Значит, пополнение на 350. Так. Предактивация за 250 менеджер и предактивация за 100 рублей стажер. Так, история. Баннеры. Здесь замечательные баннеры, друзья, есть. Значит, баннеры. Смотрим. Вот баннер. Тут вот наводите мышку вот здесь. И здесь написано «Копировать». Он сразу, вот видите, GIF. Вот уже полностью ссылочка на баннер. И баннер 468 на 60, 728 на 90. Также все прямые ссылочки на баннеры. Сейчас рекламку свою закрою. Так, наводите, также «Копировать». 240 на 400. 200 на 300, 125 на 125 и 100 на 100. Также наводим и копируем, если надо. Баннеры показала. Переходим в профиль. В профиле аватарку мне что-то не установить, но бог с ней. Я уже заполнила профиль. Ну, имя, фамилию, скайп указала. Ссылочку на ВКонтакте, на Фейсбук, на Ютуб. Нажала «Сохранить». У меня все как бы сохранилось. Здесь изменить пароль, если надо. Далее финансовый пароль. Сюда вводите ваш пароль. Далее финансовый пароль. Повторяете финансовый пароль. И финансовый пароль не менее 8 символов должно быть. Потому что я как привыкла к четырехзначному. У меня не прошел, потому что я и не стала как бы писать пароль. Вот, ну, в принципе, на этом все я вам показала. Приглашаю в замечательный проект от 100 рублей. Можно, конечно, неплохо заработать. Продолжение будет следовать. Буду делиться с вами информацией, своими результатами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!